Из каких отношений нужно уходить? В вопросах психической целостности и здоровья человека есть точка невозврата. Достигнув ее однажды, практически невозможно будет вновь выстроить счастливые отношения и открыть свое сердце. Первое – это насилие. Когда в отношениях есть физическое или психическое насилие, из них нужно бежать. Второе – вранье. Ложь – это первый признак того, что отношения обречены. Если вам регулярно врут, умалчивают что-то, не договаривают, запомните, здоровых и крепких отношений в этом союзе никогда не получится. И третье – разрушение ваших ценностей. Самое страшное, когда в отношениях стремятся разрушить ваши внутренние ценности, структуру, мечты, надежду, веру, когда человек ломает вас, пытаясь насадить другие представления о мире, другие законы. Если человек разрушает вашу веру в Бога, в себя, в любовь, в материнство, во что угодно, не поддавайтесь, уходите.